Всем привет, зрители и подписчики канала Малыш Футболист, Фиэт, Эрик Антона. Это Last of Us 2. Первая загадка. Кот умничка, ребят. Справа экран вверху, там собака. Соответственно, мы внимательно читаем записку и понимаем, что нам нужен пароль. А пароль — это дата, когда умничка стал, соответственно, продавцом месяца. Итак, сейчас мы откроем, соответственно, дневник, посмотрим, прочитаем еще раз внимательно само письмо, да, с кодом умничка, где мы понимаем, что там я оставил, да, работник месяца, код, да, там мой умничка, не вздумай продавать в сейфе. Ну что, идем на стенд, который мы проскочили в самом начале. Здесь мы видим, что это 2013 год, и смотрим, в каком месяце умничка, то есть собака, да, это июль 2013 года был продавцом. Пробуем набрать этот пароль, ребят, не забываем, что на канале стримы, первую часть я уже начал, начало просто бомбическое, стримы будут продолжаться, они будут сегодня вечером, ночью, я посплю немножко, завтра утром мы продолжим, немножко постримим завтра же днем, после небольшого перерыва, ну а потом, соответственно, на следующее утро я надеюсь, что я смогу завершить игру, ну и попутно, может быть, буду пилить вот такие вот необходимые для вас в прохождении короткие видео. Итак, ребята, пароль верный, ингредиенты наши. Если видео вам, соответственно, помогло, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик и поделитесь плейлистом Малыша Футболиста, если вам не сложно. Всем пока, играйте в 1 из 22. Удачи!